Лошадь по кличке Розалия из деревни Василёво Калязинского района стала абсолютным чемпионом фестиваля орловских рысаков, который проходил в Ленинградской области. За победу боролись лошади со всего северо-запада. Для коневодов эти соревнования едва ли не единственная возможность проверить своих орловцев в деле. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Супруги Елена Абрамова и Вячеслав Стасюк начали заниматься разведением лошадей, когда в их личном подсобном хозяйстве появилась Роксана элитной породы орловского рысака. Именно она и дала название конному двору в Василёве. Сейчас у заводчиков 30 голов этой породы. И вот на днях калязинцы вернулись домой из города Луга Ленинградской области с 4-го фестиваля орловского рысака северо-западного региона. Их лошадь Розалия стала абсолютным чемпионом. Ей 2 года. Родилась она у нас в хозяйстве. От кобылы Ракита и жеребца Забавного. Ее отца мы искали, долго искали, чтобы вот именно отвечал нашим требованиям, и нашли аж в Екатеринбурге. Темно-серая Розалия стала лучшей среди 80 участников из разных городов нашей страны. Лошадь удивила жюри своими промерами. Осанка, корпус, ширина запястья, выход шеи, голова – все в ней соответствовало классическим стандартам орловского рысака. Мы сначала победили в своем ринге. Как бы, да, девушек 2-3 года. Потом был общий ринг среди кобыл и жеребцов. И там мы победили. И потом, когда вывели чемпионов всех возрастов, выбирали абсолютного чемпиона. К слову, супруги рассказали, как даются имена лошадям. Они должны обязательно состоять из 2 частей. Начинаться она должна обязательно с первой заглавной буквы матери. И где-то в середине или в конце, но, в общем, неважно, в слове должна присутствовать буква от имени отца. То есть вот Ракита от Ривьеры и Кулона. В дальнейших планах у Елены и Вячеслава выставить Розалию уже на чемпионате в Центральном федеральном округе, который будет проходить в октябре в Подмосковье.